И к другим темам. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии прошел международный научно-практический семинар. В нем приняли участие представители USAID, ВОЗ, специалисты из ряда стран, которые также имели возможность ознакомиться с механизмами государственного медицинского страхования, которые внедряются в Сырдарьинской области, возможностями и условиями, созданными для получения населением качественных медицинских услуг. Принявшие участие специалисты из разных стран мира в международном научно-практическом семинаре обсудили современную диагностику заболеваний органов дыхания и эффективное внедрение методов их лечения. В фокусе внимания процесс усиления интеграции фтизиатрической и пульмонологической служб. И в этом направлении подчеркнута важность международного взаимодействия. Мы видим, что государство вкладывает очень хорошие ресурсы, строит новые больницы, и в этих больницах концентрируется и специализированная помощь, и амбулаторная помощь. При этом мы видим первичный уровень здравоохранения, такие как семейный врач, семейные медсестры, фтизиатры, они наоборот приближаются к месту жительства пациента. Усиление первичного уровня здравоохранения, эта модель считается эффективной и очень важной. Здесь же зарубежных врачей ознакомились с механизмами государственного медицинского страхования, которые внедряются в Сырдарьинской области, а также возможностями и условиями, созданными для получения населением качественных медуслуг. В результате обеспечения широкого использования механизма госмедстрахования в регионе все профуслуги предоставляются в электронной форме. За счет цифровизации данный процесс стал упрощенным и быстрым. Этот факт был наглядно продемонстрирован на деятельности семейной поликлиники номер 4 в Гулистане. Среди основных требований государственного медицинского страхования – это оплата медработнику не за количество пациентов, а за качество лечения. И здесь заработная плата увеличивается в зависимости от способности оказывать качественные медуслуги. Сами врачи подтверждают, что такая система значительно повысит качество работы и ее производительность.